Что, замучим семена, которые вчера купили. Так, Винни-Пух. Мне кажется, я уже его сажала, Винни-Пух. Ну, выбрала из того, что предлагали нам. Так, Винни-Пух. Так, что за семена тут? Ну, много, достаточно. Что-то какие-то они странные. Ну что, постелим вот тряпочку. Водичку туда побрызгаем. И разложим Винни-Пух. Закроем такой же тряпочкой. Пускай проращивается. Так, лишний тут есть, нет, не выливается. Так, а здесь напишем. Сегодня у нас какое? 27-е. 27 февраля 2020 года пишу проращивание. Так, и в пакет. Теперь мы сейчас также мы сейчас перец сладкий Зорька. Это уже семена Седек. Домодедово агрофирма Седек. Сейчас такую же емкость таким же образом тоже также разложу семена, также посею барон и базилик. Базилик у нас ООО «Артикул». Барон у нас добрые семена. Короче, урожай 18 года. Не досмотрела. Так, а это урожай 19 года. А урожай 18 изготовили в 19 годен до 23. Ну, значит, годные семена. Значит, вот. Барон еще посажу и Зорьку, и базилик. Базилик уже на земельку прям посею. Написано, в марте-апреле базилик сеют прям в земельку. Так, а это мы сейчас в пакет убираем. И ставим к батарейке тепло и наблюдаем. Как только проплюнутся какие, будем сразу в земельку сажать. Вот так вот. Девчонки, вот хочу вам показать. Открыла баклажан барон. И ржу не могу. 5 зернышек там. 5 зернышек. Стоит 14 рублей. Сколько? 14. А, 14 рублей. Ладно, я думаю, 114. Да что ты. Ну, 5 зернышек. Расщедрились. 5 ведер баклажанов. Ну да. Сам того будет. Придется их распределить по всей кастрюльке. Да еще не знаю, какие зайдут, не знаю, нет. Ой, ну смех. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, умрешь, не встанешь. За этими будем тщательнее наблюдать.
Потому что если из пяти еще и не взойдет ни один, придется им написать письмо с пожеланием. Пожелать им продаж побольше. Вот яички, семена посадила базилика. Земельку положила, побрызгала водичкой, разложила семена и чуть присыпала землей. Уже сверху поливать не буду, брызгать. И поставим на проращивание. Только немножко вот они проснутся, и базилик нужно сразу на солнце поставить. Он любит солнышко. У меня был печальный опыт. В том году я его здесь оставляла без солнца, и он у меня стал вроде бы как... Семена все вышли, а потом, смотрю, падать начали. И когда на солнце поставила, и вот те, которые выжили, те и выжили. В общем, вот так вот. И сейчас буду подсыпать земельку в свои растюшки. Так, это баклажаны алексеевские. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Сейчас мы прольем и будем подсыпать земельку, потому что они тянутся. Я говорю, у нас солнце очень редко. Сейчас, может, ближе к весне больше будет. Сегодня опять пасмурно. Так, пускай. Земля вот эта вот ижевская. Она до такой степени пушистая. И вот польешь, и посмотрите, как долго стоит, вода не уходит. Тоже, наверное, не очень хорошо. Так, это у меня перчики мои. Красотулечки. Тут полно вас. Сейчас буду тоже земельку вот пролью и земельку буду подсыпать. Саш, какая у нас сегодня температура на улице-то? Нулевая? 1,6 градуса. Тепла? 2 градуса. Мороза? Тепла. Тепла. Вон же висит. Так, вот здесь вот зернышко не вышло, не опустилось. Наверное, это бесполезно. Угу. Так, тут у меня что? Перец Бухарест. Бухарест. Перец Бухарест. Тоже ижевская земля. Не уходит сразу. Так, а сюда вот будем земельку подсыпать. Ложку, видите, специально купил в фикс-прайсе. Рассада моя, девчонки, на сегодняшний день. Появляются третьи листочки. Третий, четвертый листочек появляется. Сегодня пасмурно на улице. С утра сегодня снег валил. Но у нас почти растаяло все. Просто мокрую дорогу сделала, снег и все.
Посмотрите, мы фикус куда принесли. Ну что, девчонки, опадают листья. Я прям не знаю, что с ним делать. Нарадоваться не могла. Такой пушистый, такой красивый. Посмотрите, что. Что такое, девчонки, посоветуйте, у кого есть. Что делать с ним? Вот как пролила я его витаминами, и все. Лысеет и лысеет.